Стоп. Что-то мы не с того начали. Забудьте на время все, что вы сейчас видели, и давайте пойдем с самого начала. До того, как что-нибудь было, ничего не было. Это сказал кто-то из классиков, имея в виду нашу Вселенную. Тоже можно сказать и о человеческой душе. Душа та же Вселенная, и если там пусто, то пустоту легко заполнить всем, чем угодно. Можно любовью, можно ненавистью, можно поэзией, можно политикой. Но это вообще ни в какие рамки. Зачем заполнять пустоту пустотой? Можно заполнить Богом, но это кому очень повезло. Можно книгами, можно наркотиками. А некоторым, им хоть трава не расти, они занимаются творчеством. Тогда Бог случается внутри человека. А помните, вначале там внутри было пусто. Театр — это тоже пустота, призрак. Вот сейчас он есть, а через полтора часа его уже нет. Как свет маяка, то потухнет, то погаснет. А маяки существуют для того, чтобы указывать направление. Вот этот расположен в Караджинской бухте. Этот тоже. Странный маяк. Кому и куда он указывает путь? Ну, об этом чуть позже. А есть люди, которые думают, что знают, куда идти. Это режиссеры. Тоже маяки. В своем деле. Вот, например, этот. Сергей Федотов. Вот он точно знает дорогу. Дорогу к добру. Добро внутри каждого из нас. А за ним охотно идут его актеры. А за актерами – зрители. Так они все вместе и дошагали до «Золотой маски» – главной театральной премии России. Потому что мастер. А когда мастер входит в класс, то начинается… Правильно, мастер-класс. А вот теперь можно вспомнить то, о чем я просил вас на время забыть. Рождение дракон. Дракон вселяется в одного, и он начинает иметь этот человек такие какие-то инфернальные силы. Дракон во мне. Прости, парень. Вас всех, этот фильм туда. Посвященному человеку смотреть на это трудно. Вот чувствуете, как вас зарождается страх? Чувствуете, от смеха вы перешли. Если ты не внутри, то это похоже на сеанс психотерапии. Я тут многих пациентов знаю. Вот этого, например, который справа. Хороший артист и режиссер интересный. Кстати, это он сказал. Неблагодарное это дело рассказывать о театральном фестивале после его окончания. А потом добавил. Но в том-то и ценность театрально-дизайнерского фестиваля «Живи», что он событие долгоиграющее. Его воздействие ощущается и продолжается на протяжении всего театрального сезона. Не зря же второе, неофициальное определение «Живи» фестиваль-лаборатория. Конец цитаты. А, собственно, почему я это говорю? Есть автор этих строк. Дадим ему слово. Пусть сам отдувается. А я на мастер-класс. То есть происходит чудо. Это чудо называется «Живи». Конец второй цитаты. И, наконец-таки, начало моего рассказа. О чем?
Ну, то, что мы на фестивале, вы уже поняли. И то, что это фестиваль международный, тоже догадались. И что формат у этого мероприятия странный. Ну что это, театрально-дизайнерский фестиваль? Это как? А все очень просто. Театры играют свои спектакли, а дизайнеры тут же создают плакаты к ним. Интересно? Да. Но не всем. Государственным чиновникам почему-то совсем не интересно. Ну или почти совсем. А по-моему, это здорово. Представляете, на наших глазах спектакль, сыгранный на сцене, обретает новую жизнь в плакате. То есть дизайнеры играют свои спектакли. Образные, лаконичные и глубокие. И надо сказать, что он даже несколько смещает наш взгляд на самих себя, особенно с точки зрения тех плакатов, которые мы видим. То, как работают дизайнеры, когда они в конце фестиваля нам показывают плакаты, сделанные здесь, на этом фестивале, буквально за несколько дней, на те спектакли, которые они увидели. Они, знаете, вот смещают точку сборки. И ты, глядя на себя глазами дизайнеров, видишь себя совершенно в ином свете, совершенно иначе себя воспринимаешь. Обычно это происходит, когда смотришь другие театральные коллективы, а здесь это происходит, когда ты смотришь плакаты дизайнеров, и это совершенно поразительная штука. Правильно, Юрий Алексеевич. Если в плакате найден адекватный художественный образ спектакля, то это значит, спектакль произвел впечатление. Как, например, «Женитьба» Пермского театра у моста. Об этом спектакле хочется сказать, что... Хотя нет, помолчу. Не буду вам мешать. Прошу покорнейше садиться. А вы еще с нами? Тогда тоже присядьте, потому что разговор предстоит серьезный. Сейчас, секундочку. А по какой причине изволили одолжить посещение? Вот. По какой причине участники фестиваля изволили одолжить нас посещение? Ну, на первый взгляд, причины у всех разные. Кто-то хотел себя показать, ой, вот, кстати, я, и на других посмотреть. Кто-то ехал к морю, Крым все-таки. Даже погода, ну, поначалу капризничала, потом уже стала за нас. Кто-то решил от души подурачиться. Тоже не вызывает возражений, фестиваль – дело веселое. Дарханкут, святая земля. Олежа, подержи, Дарханкут. Земля Дарханкутская, мы на месте! Но на самом деле, я уверен, всех объединяло одно. Острая необходимость подышать одним воздухом с собратьями по цеху, чтобы разобраться в себе, в том, что мы делаем, и насколько это отвечает времени, в котором мы живем сейчас. Зачем нам все это нужно? Не знаю. Наверное, душа требует. Наш театр приходят люди, как-то их притягивает магия, мистика. У нас все очень такие разные. Вот. И нам, и мы видим, что здесь на этом фестивале тоже притянулись тоже люди такие разные, какие-то очень интересные. Вот. И это очень здорово. Ну и два слова про театр. В общем, театр у моста организовался как любительский театр. То есть сначала у нас не было ни одного с профессиональным образованием артиста. Потом в 92-м году мы стали государственным театром. Вот. И сейчас, в общем, мы объединяем структуру театра репертуарного и театра лаборатории. У них театр лаборатория, а у нас фестиваль лаборатория. Чувствуете тенденцию? Вообще совпадений на фестивале было много. Это, наверное, не случайно. Мы ведь существуем в одном общем пространстве, имя которому жизнь. Мы хотим ее понять, страдаем, мучаемся вечными вопросами. Но как тут снова не процитировать летописца фестиваля? Одной из главных тенденций фестиваля стало отражение той атмосферы, в которой мы сегодня живем. Тонкая кожа художников чутко отреагировала на все происходящее в обществе.
И потому основной темой большей части взрослой программы стала тема трагического несовершенства мира, человеческой в нем неустроенности. И еще тема уродства. Вот даже спектакль так и называется «Семья уродов». Может, уродов вокруг нас стало больше? Может, они просто стали виднее, а их уродство очевиднее? Но посудите сами, три спектакля на одну тему. Вот «Калека Сенешмана». А это «Однорукий из Спокена», все того же Макдонаха. Любительский театр, он разный. Есть театр любительский, который бывает покруче профессионалов, которые умеют играть душой и которые умеют создавать живую, трепетную, душевную атмосферу в спектакле. Ну, есть любительские театры, которые собираются там для того, чтобы пообщаться, попить чай. Это тоже нормально. Но такие театры мне меньше интересны. Вот на этом фестивале больше театров, которые ищут новые театральные формы, которые занимаются театром. И это очень здорово. Спасибо. Шик, мы все об актерах, да о театре. Фестиваль-то театрально-дизайнерский. А дизайнеров каким ветром принесло на театральный фестиваль? По-моему, дизайнеры вообще не отдыхали. Кроме того, что плакаты придумывали, так они еще и на дом работу брали. Все время что-то рисовали, лепили, работали ножницами, гнули из проволоки. В общем, меняли мир вокруг себя. Вокруг нас. Конечно, можно этого и не делать, если вас этот мир устраивает. Но тогда он навсегда останется таким, каким был. А уж если менять, то делать это... творчески. Может, с наших дизайнеров и начнется второе пришествие театрального плаката на афишные тумбы, где они потеснят анонсы мегаконцертов доморощенных звезд эстрады, которых уже больше, чем звезд на небе. Что ж, спектакли сыграны. Дизайнеры придумали к ним плакаты. Они будут отпечатаны. Будет выставка. А потом будет новый фестиваль. Начнется он уже по традиции в Харькове, а продолжится в Крыму. И мы снова будем играть спектакли в этом замке, куда, как на свет маяка, пойдут люди. Обязательно пойдут. Нельзя допустить, чтобы маяк стал заброшенным. А дизайнеры снова будут создавать плакаты. И будет так до тех пор, пока мы все вместе не изменим мир вокруг нас. В лучшую сторону. В общем-то, остался в последний момент... разобрать декорацию, снять прожектора, которые привезли, унести все это в автобус. Мы можем подняться на сцену и постоять на ней последний раз. И сказать, ну вот и все. Замыкается круг. Корабли возвращаются в порт. Уходя, не грусти, никого не буди, докури посошок и вперед.
По вагонам! Расходитесь по вагонам! Поезд отправляется! Всегда все как хочется нам. Каждый спел то, что спел, получил, что хотел. А теперь всем пора по домам. Небо на востоке светлей, море, бесконечная гладь. Никогда я не верил в то, что Господь создал этот мир для людей, потому что без них он настолько хорош, что не передать. Вот и все. Скоро будет рассвет. Мы пройдем по песку вдоль воды. Может быть, кто-нибудь через тысячу лет разглядит на песке эти следы. Жизнь коротка, театр вечен. Кажется, это сказал тоже кто-то из классиков. А может и я. Только что. Значит, я творчески переработал известную цитату. Слышите? Творчески. Вот зачем все мы ехали в Крым на фестиваль «Живи». Вот зачем в конечном счете мы берем пьесы про жизнь и ставим по ним спектакли. Вот зачем к нам приходят люди смотреть спектакли про эту жизнь. Творчество. Вот чем мы заполнили свою душу. Мы ушли в театр как нравственное убежище в мире всеобщего уродства и бездуховности. И пусть страна сейчас строит стадионы. Это тоже нужно. Ну а мы с вами все же пойдем в театр.